Вкусно? Норм или не норм? Мой организм что-то почувствовал. Он очень похож на Black Star Burger. Прям у них такая же концепция, ну так, такие же бургеры вот. Угу. И что, Баханди лучше, чем этот или нет? И это как просто отдельно брать бургер поесть, то этот. Но если учитывать и цену, то Баханди. А так если бы просто типа спросили, что будешь, это или это, то это. Ну конечно за такую цену. Вкусно. Смотри, у меня гигантский бургер. Это что такое? Фалафель. А? Фалафель. Давай немножечко, какой фалафель. Ну там типа овощи в блендере и типа шарики. Мне тут соус нравится. Он острый там. Что я люблю. Блин, они обожают этот острый соус, а мне он наоборот не нравится. Я наоборот обожаю же острый. Да, в прошлый раз кушала Баханди. Ой, блин, что я говорю, Баханди. Я фарш заказала, там пипец остро было. У меня прям вообще. Мне тоже кончили. У меня меняется мнение по факту. Какой там уже мой? 3300. Ну, в принципе, 3300 Баханди это бургер, комбо, в принципе, равняется этому бургеру. Даже может переполнять. Вот это отдельно будет вкусно. Это что это за фрикадельки такие? Фалафель! А вы тебе тысячу раз говорить? А, я подумал, там вот эти желтые фигнюшки, это отдельный фалафель. А это вот этот самый этот фрикадель. Спасибо. Ой, бай, за два дня первое мой принимание пищи. Если не проголодался вечером, еще можешь покушать. Что? Еще раз хочешь, рамен тебе купи. А. Ну, наоборот, я бы на твоем месте устала бы от раймена. Абай, давай вечером два бульдака купим. Ты мне 10, как, Серега? Абай. А сема ты не осилишь. Если тебе просто соус острый, я тебе говорю, бульдак ты не скушаешь вообще. Купи себе просто там доширак или бигбон. Бульдак ты вообще. Один кусок поешь и все. Все серьезно же. За 100 000, типа, вот эту колонку. Ну, мне кажется, типа, его друзья уже что-то купили, и мы типа нихера не скинемся на него. Не, Аплай, я имею в виду. Ну хотя бы сколько там денег? 1000 несколько. Блин, деньгами не хочу. Ну он хочет только деньги. Нет. Он мне много чего говорил, что хочешь. А он мне сказал, что хочет только деньги. Я думаю, если меня сегодня мальчишка заберет, сегодня 12 его поздравить. Вот я куплю. Ой, возле дома его.
Мен аласың ба? Мен аласың ба? Нет, в смысле, облай? Гоева поздравим, типа, вот это в час 00, ой, в 000, как все остальные делают. Ну, просто, мы вчера же вот поздравляли, 12:00. В смысле? Друга. Ой, позавчера. С Олжиком? Ой, мои друзья, какой лучше. Типа, мы там заказали 150 суши. Почему ты мне ничего не говоришь? Я как облупленный пришел потом. Я потом мы пошли и ночью пошли в игротеку на ночь типа, сделали. Нормальное место было выбрано. И потом я ночью, типа, мы до 10 утра с самой ночи поздней играли. И потом вообще как овощ пришел. И спал целый день. Я вот вчера целый день спал днем. Да, оба я видела. Как ты спал? А что я делал? Ты не хотел даже дверь открыть курьеру. Давай, дверь откроешь, он такой, да, отстань ты от меня. Я такая, блин, он нормальный вообще или нет? Ну, типа, что трудного дверь открыть? А я же открыл, нет? Ну да, ну ты типа еренап, еренап. А если ты бы видела, вроде, короче, какая-то мелкая пришла. Я такой, типа, что надо? На нее посмотрел бы. А дай мне стыдно, спаривай нахуй. Он такой, типа, здравствуйте, сказал, я ничего ей не сказал. Аглай. Она такая, здравствуй, я такой, дай вечер. Аглай, что за хрень? Ну я не в состоянии была. Как можно так, Аглай? Кристина, что не так? А? Это он такая, типа, может не он такая, типа, это тот, кто заказывал браслет? Здравствуйте, здравствуйте. Я такой, взял у меня 40, все. Так, вали. Блин, Аблай. Вот что ты там насвинячил, мне сегодня придется убирать. Там не только мое говно. Там только твое, Аблай, потому что мои всегда сухие. Не может быть такого. Нет, ну, Аблай, ну 95% там твоя грязь. Ну, 5% есть. Ой, ты бессовестный.